Нашего пациента диагностировали опухоль толстой кишки. При проведении контроля во время лечения данной опухоли мы обнаружили еще одну опухоль в легком пациента. После оценки опухоли мы провели роботизированную сегментэктомию легкого. Сегодня, на пятый день пребывания пациента в больнице, мы приняли решение о его выписке. После возвращения домой он может вернуться к обычной жизни. Всем привет! Меня зовут Сильдихан Дакей. Я приехал с города Алматы в Стамбул, в больницу Флоренс Найтингейл, для того, чтобы сделать операцию, благодаря которой я смогу преодолеть мою болезнь. Команда, возглавляемая моим врачом, господином Эльханом, помогла мне избавиться от тяжелой болезни, благодаря проведенной им успешной операции. В первую очередь я благодарен Богу, а потом врачам. За 6 дней они смогли вернуть мне здоровье. Хочу поблагодарить всю команду больницы и врачей этой больницы. Желаю всем здоровья. Здравствуйте! Мы приехали из Казахстана на лечение в больницу Флоренс Найтингейл в Стамбуле. Мы очень признательны уважаемой команде группы больниц Флоренс Найтингейл. К счастью, сейчас состояние и здоровье моего отца очень хорошее. Мы хотели бы искренне поблагодарить всю команду сотрудников Флоренс Найтингейл. Особенно мы выражаем благодарность доктору Эркану Каба, который прооперировал моего отца, а также от всего сердца благодарим всех, кто нам помогал. Желаю всем благополучия, мира и здоровья.